Иван Иванович Рылов, это Дед Мороз, которого вы называете, это эксперт, один из лучших, я бы сказал, на постсоветском пространстве. И поверьте, мало про кого я такое скажу. Выдающийся нумизмат, значит, известный, наверное, многие знают это про него. Вот. Работает, кстати, магазин нумизмат. Мы с ним, так сказать, бок о бок. Вот. Уже сколько, 3 года или 4? 3 года, вот. Очень хороший человек и очень знающий человек, поверьте. Его работы многие присвоили, он многим помогал, подсказывал и до сих пор подсказывает. И книги те пишут, которые пишут, и советуются у него. То есть человек, известный человек, что тут говорить, он с 60-х годов монетами занимается. И что самое важное, это талантливый человек, талантливый. Так что вот кто наш Дед Мороз. Иваныч, привет. Так что, друзья, наш приговор апелляции не подлежит. Печать. Куда? Вот куда? Вот сказано нами все. Дальше куда еще идти? Вот кому? С кем советоваться? Я не знаю. Может, вы знаете, пишите сюда. Всем хорошего вечера. А Иванычу нашему долгих лет жизни еще. Кстати, Иваныч, я помню, что я тебе 50 рублей должен. За ту неделю и за эту я тебе сразу отдам 100 рублей. Это я ему плачу за то, что я курю, короче. Штраф с меня он берет. Так что помню, Иваныч. А вам советую бросать курить, чтобы не платить.